Hello, it was a difficult station today. Сегодня был трудный день. Было 333 боевых километра, две зоны нейтрализации. Начали мы с небольших дюн, но с непрописанными острыми уступами. То есть дюны были небольшие, мы едешь, и такие спрыжки были вообще не прописаны. Но пилот хорошо себя чувствует в дюнах. Мы не подались на коварные дюны, то есть хорошо их преодолели. Потом догнали 403 или 401 экипаж и 214, по-моему, из нашей категории, которые вчера заняли первое место. И мы вместе ехали тремя машинами, иногда менялись. Это была первая часть до нейтрализации, потому что на нейтрализации всего 15 минут выделено, и когда приезжают несколько машин, не все успевают заправиться. На это уходит достаточно много времени, поэтому перед зоной нейтрализации мы должны были их обогнать. Мы это сделали. Было очень опасно, но мы приехали первые из этой группы, заправились, поехали дальше. Первую часть преодолели хорошо, во второй тоже. Во второй части начались дюны побольше, то есть небольшие подъемы и большие спрыжки с дюн. Точнее, подъем по маленьким дюнам и большой-большой спуск. Там мы оторвались от экипажей, которые были сзади, но за 10-15 километров до второй нейтрализации мы порвали ремень, были проблемы со съемником, ремень разорвало, поменяли, потратили на это порядка 10 минут, поехали дальше. Вторая нейтрализация. Вроде решили, что поедем аккуратно, потому что до финиша оставалось всего километров 30 после второй нейтрализации. Но за 10 километров до финиша спецучастка у нас порвался второй ремень. Второго ремня не оказалось в запасе. Нам пришлось остановить экипаж из Польши. Это, по-моему, дом зала был. Вот. Они любезно одолжили нам ремень, и мы уже финишировали. Ну, потеряли на всех перипетиях. В технических моментах порядка 10-15-20 минут сегодня. Но, тем не менее, хороший день.